выписал присоску для извлечения стекла откуда-либо. Нужно снять зеркало с этого, с поворотника автомобиля. Вот чем можно присосаться, думаю, вот эта штука, возможно, подойдет. Сейчас откроем, посмотрим. Вот такая вот присосочка. Ну, вроде дошла целенькая. Сейчас попробуем, как она присасывается. Стекла такого, вот кусок зеркала. Ну вот, достаточно, наверное, будет для того, чтобы... Потому что оно держится очень хорошо. Ну, держится очень мощно. Думаю, что это будет очень легко вытащить кусок стекла. Вот такая вот полезная безделица. Цена, по-моему, 86 рублей. Присасывается, ну, не знаю, намертво, не намертво, но если сейчас попробовать ее оторвать, я боюсь, что я, наверное, быстрее ее сломаю или само стекло. Ну все. Простейшая конструкция. Я доволен.